Всю неделю агентствуем, сидим, красиво сидим. Можно даже туда немножечко повернуться, вот так вот. Ну, привет. Привет, друзья! Сегодня мы с вами узнаем, почему же кролики так сильно любят сено. Устраивайтесь поудобнее и готовьтесь погружаться в этот мир пушистых любителей сена. Но не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, а мы продолжаем. Наверняка вы заметили, что кролики просто обожают поедать сено. Они кушают его постоянно. Но давайте разберемся, почему же сено так важно для их здоровья. Первое и самое главное – это клетчатка. Сено является основным источником клетчатки, которая, в свою очередь, помогает организму кролика оставаться здоровым. Клетчатка позволяет нормально работать пищеварению кролика, предотвращает такие проблемы, как запоры и другие трудности, возникающие в кишечнике. У меня сегодня бешеные планы, я сейчас буду завтракать, и потом я буду обедать. По данным ветеринаров и других специалистов по работе с кроликами, постоянный доступ кролика к сену позволяет его организму правильно функционировать. А также поедание сена – это правильное стачивание зубов. Зубы у кролика растут в течение всей его жизни, и их стачивание помогает избегать неприятных заболеваний. И вот еще один интересный факт. Сено помогает поддерживать оптимальный уровень питательных веществ в рационе кролика. Оно содержит необходимые витамины и минералы, а также помогает поддерживать водный баланс в организме. Теперь давайте мы с вами представим, что же происходит, если кролик не получает достаточного количества сена. Без постоянного доступа к сену у кроликов могут возникать проблемы с пищеварением, такие как газообразование и запоры. А также это может привести к чрезмерному росту зубов и возникновению болезней. А что ж ты делаешь-то? Что тебе это конкретно? Так что, друзья, если у вас есть кролик, то убедитесь, что у него есть постоянный доступ к сену. Это поможет вашему кролику оставаться здоровым и сделает его по-настоящему счастливым. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки, чтобы не пропустить следующее видео с вашими любимыми пушистыми кроличками. До встречи в следующем видео. Пока-пока!